В конце 2021 года компания MPG LLC, официальный представитель исследовательской компании Gallup International Association, провела в Армении опрос. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Гаги Камбарян. Одним из вопросов был, как вы относитесь к установке азербайджанских блокпостов на трассах Горис-Кафан, Кафан-Чак-Атен. 3% респондентов относятся к этому положительно, а 7,6% затруднились с ответом на вопрос. Ничему удивляться не стоит. Пока у нас такая бездарная власть, так и будет. Год тому назад мы не встали на защиту наших земель, поэтому все потеряли. Посмотрим, что будет дальше. Бог нам в помощь. Не могу понять, о чем думают наши власти. Они не могут принять ни одного адекватного решения. Как гражданка Армении, я возмущена их бездействием. Как можно спокойно реагировать на то, что происходит? Чего мы боимся? Еще одной войны? Что еще должно случиться с нами, чтобы мы протрезвели и поняли, что очень скоро Азербайджан уже в Ереване установит таможенный пост? Политолог отмечает, что нормальный армянин не может положительно оценивать или относиться безразлично к этому вопросу. Получается, что 10,6% участвующих в этом опросе были азербайджанцами. Это пятая колонна, которая поддерживает антиармянскую политику Никола. Негодует Амбарян. Мы превратились в страусов, засунули голову в песок и ни о чем не думаем. Мы сами себе враги. Почему мы пытаемся обвинять Азербайджан, Турцию или Россию? Они защищают свои права, так и должно быть. В этой войне мы потеряли так много солдат, что никто больше не хочет служить в армии. Уверена, что нас не ждет ничего хорошего. Армения не распадается, наша страна уже в разрухе и хаосе. Сходите в паспортный стол и посмотрите, что там творится. Люди с одной сумкой в руках, без оглядки, покидают страну. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.